Здравствуйте, вы на канале «Давай поварим», и сегодня мы будем готовить что-то необычное. Но прежде всего я хочу сказать всем здоровья, крепкого-крепкого здоровья. Большое спасибо, что вы смотрите меня, подписывайте своих друзей, знакомых, родственников. Я буду очень рад. И теперь, помните, я вам обещал бомбическое блюдо? Оно у меня есть. Делаем закусончики. Итак, приступим. Вот у меня есть такие пятенюшечки с красной картошкой, бататой и со свеклой. Очень вкусные. Вау, какие вкусняшки. Для начала нарезаем помидорчики. Нарезаем копченую рыбку, красную. Ох, как я сегодня покушаю чаечек. Намазываем Филадельфию. Вот это будет у меня сегодня обед. Копченая рыбка, сыр Филадельфия, помидорка. Эти печеньки, кстати, очень-очень вкусные и очень-очень полезные. Берем филе рыбы и делаем из него цветочек. Вот таким образом. Вот так у нас получился такой цветочек, тюльпан. Вот таким образом. Берем петрушечку. Аккуратно его кладем, чтобы не поранить рыбу. Берем помидорку. И вот такой деликатес у нас получился. Очень вкусно и очень-очень-очень полезно. Немного. Много у нас нету. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я же хотел с чаем попить. Такие у меня получились закусончики шедевральные. Прям не могу оторваться. Какой тут чай? Идет только с пивосиком. Это просто шедевр.